Добрый день, уважаемые подписчики канала Катранган. В данном видеообзоре мы расскажем вам вот о таком очень интересном стальном карабине от фирмы Конг. Что интересно в этом карабине? Это карабин Силач, настоящий. Сразу скажу, лучшим вариантом его применения будут всевозможные системы подъема или спуска, допустим, как вариант при промальпе. Если нужно поднять какие-то тяжелые вещи и вам нужны надежные карабины, то это он. Итак, что же такого, чем он так силен? Это стальной карабин, такой совершенно дубовый, несколько интересная такая профилированная, скажем, основная часть. Вот мощная собачка с открывающейся муфтой, то есть он есть с откручивающейся муфтой резьбовой, которая совершенно легко оперировать одной рукой, без всяких проблем. И тут же мы наблюдаем с вами систему K-Lock, любимую многими спортсменами, для увеличения прочностных характеристик. Соответствует стандартам UEA, а также CEN. Карабин тестирован, то есть заявленные нагрузки выдерживает абсолютно точно. А нагрузки здесь следующие. По вертикали 50 кН, это значительно выше, чем у среднестандартного карабина. И по горизонтали он выдерживает до 13 кН. Это на, скажем так, на то, что нужно для того, такая нагрузка, вернее, при которой ломается данная собачка. Даже в раскрытом виде, даже если вдруг каким-то образом мы не зафиксировали муфту, и он остался полураскрытым, он все равно в состоянии выдержать до 20 кН. Это очень солидные, скажем так, показатели. Карабин естественным образом тяжелый, для каких-либо там супервосхождений тяжеловат, но для, скажем, ежедневной работы он не боится соприкосновения с металлическими тросами, и открывается достаточно широко. Вот как мы видим, и поэтому всевозможные грузовые спускоподъемные системы, натяжка полиспастов – это основной профиль данного карабина. Как и многие другие интересные вещи, ищите в нашем магазине. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши постоянно свежие, я надеюсь, интересные обзоры. И до скорых встреч!